Такой кастана не было в игре. Я не помню ее. А, может, была. Господи, Кондрус. Все идет как задумано. Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечишка также недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Предназначение. Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонд оторвет нам голову. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонд не прощает ошибок. Получается, красный — это самый жесткий, да, из них? Пиши. Нет, просто типа там каждый предмет что-то изучает. Последний раз я трубы только поживем. Приведите пленного. Как попасть в твои земли? Для тебя и драгоценные наши земли держат меня не дольше, чем какие-то деревья. Пригоните труповоски. Мы сами встанут эльфийские врата. Короче, там будет леса. Самое страшное — это эльфийские врата. Никто не смеет мне приказывать. В принципе, все. Какова воля тени? Жизнь за Нерзула. Вот. Однако, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд, продолжаем играть самые классные карты Warcraft 3. Сегодня у нас прохождение Warcraft 3, а какие титры? Warcraft 3 Reign of Chaos, что заметить. Третьей миссии компании Нежити, где мы сейчас будем штрафовать Кильталас и бить всяких создавшихся эльфов. Ну и со мной в голосе находится Акаки еще. Да, вот с ним Акаки, и еще Акаки, всем привет. Ну что еще? Вот. Что делаем? Я хотел сказать, получается, три. Еще раз. Красный — это самый главный, да, это Тихондрус? Но он говорит, он не то, что главный, типа... По сути, главный над ним другой человек стоит, но не человек. Который красный, Архимонд. Понял. Никто не смеет мне, да? Тут вопрос, редкон считаем или нет, потому что сейчас, по нынешнему лору, считается, что нетрезимы — это, типа, не совсем демоны, это, типа, служители, там, загробного мира вообще. Пошли драться, я нашел девочку. Как там, Динатрис, что ли, там его зовут? Вот там сейчас по новому лору есть какой-то огромный мир, короче, там есть Динатри, если не ошибаюсь, или как его зовут. И вот он повелевает Низзилу. Интересно. Говори, глупец. Ну, теми, кого мы называем Низзилу. А Нетрезилы — это вот эти вот Нетрезимы. Нетрезимы. Да. То есть тут момент переобувки просто, учитываем его или нет. Ну, наверное, нет, потому что Warcraft вышел куда заранее до всего этого. Ну вот. Стройка завершена. Нарезали Сливану. Что за просветы? Ну что еще? Вот хочешь, смотри, вот это месть надо будет катапульты прибивать. А я помню, у нас карты же были, да? Да, да. Есть. Тогда идем грызть. Жду. А просветы? Это места, где мы будем здесь бить деревья. Да, а. Постройка завершена. Ты бы уж зиккурат бы сделал бы, ну ладно. Точно. А тут стоит сейчас... прям точки какие-то. Синенькие, да, это вот кату подводишь и ломаешь древо на месте. Тут они тоже горели, пока я не подошел. Нужно построить зиккурат. Полегче. А, на зиккурат вообще нет ресурсов. Во славу плети. Фрастмор... С полезным всем селом. Ну что еще? Вот так. А могу здесь кидать? Нет, не могу. О, в общем, все. Умри. Ну что еще? Что-то я еще хотел спросить. Ну, типа, ну, для тех, кто не шарит, так же, как я. Вот. Ты видишь, как будто какой-то лоровец сидит, знаешь, такой знаток, типа, лора, ну, такой, да. Я все знаю. По сравнению со мной, да. Врешь? Ты слышишь, что так и врет? Я просто, типа, где-то кто-то слышал, где-то что-то видел, типа, ну... Где-то что-то все знаю, да? Не, ну смотрел какие-то видосики просто там, типа, под лора. Интересно. А это что, так, тоже типа ломать надо? Да. Мне кажется, это чисто отнычки, ну, бесполезно. Вот так
Нет, какие-то из них это прям важные пути, а какие-то из них это просто пасхалочки, где лучше стоят. Можно по жопе им дать пойти. А фонтан нашли. А ты же бесполезный видал фонтан. Фонтан халявный это. Да это очень даже полезная штука, не надо. Ну типа да, толку нам сейчас от него. На будущее. Какое будущее? Ты сейчас через 20 минут уже выйдешь из этой карты. На очень далекое будущее. Все понял. Вот тебя герои покоцают, а ты такой оп, и поешь, отхилишься. И все, ой, и жив. Пойду телегой заберу трубы. Слишком маленький проход, ты не проходишь. Я пройду. Ой, 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 я нашел. Пошли вниз, быстро, резко вниз, резко вниз, резко вниз. Бегу, бегу, бегу. Прям очень резко. Ах ты, а, я вижу, карта вижу. Сбежала. Полегче. Трепещите, враги плети. Говори, глупец. Ну что еще? Фростморн! Наконец-то! Ну, стрекату сразу с разворота. Оп, оп, она нашей карте с разворота дала. Угу. Плохая она, пу. Ой-ой-ой, вот сюда с разворота. Бегу, 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 бегу. А вот эти уже не отстанут, убегай. Это они на нападение идут, что ли? Да, скорее всего. Мне кажется, я зря эту трюку сделал. Пройди дальше, пройди дальше, пройди дальше, пройди дальше. Мне кажется, я зря эту дырку сделал. А что нормально? Они наверное справились. Мне кажется, я зря сделал эту дырку. Да почему? Все окей. Там еще и моя. Пускай нападают. Так, да. Короче, прикол, мне надо больше дерева, а дерево... А, ну, у меня есть гуля, ладно. А ты сразу гули отправил добывать, я понял тебя. Естественно. Люблю целую муа-муа. Так а в чем проблема? Катфу. Я говорю, вот такую гадость сделал, знаешь. Да. О, я нашел базу. Я тут всеми этими... А нам она нужна? Чего? Нам она нужна? Нам сломать ее надо? Ну типа да, но как бы. Ну и хатфу на нее. Ну хатфу не хатфу, а сломать надо. Вон, где? Вызывай скейтов с тафалки. Никто не смеет мне приказывать. Че? Или ты не можешь пойти? Ну-ка, я ставлю контроль тебе. Ну вот, вызывай скелетов. Каких скелет? Ну у тебя фулл мана в Никре, а вот все, вызвал. А ты че не вызываешь? Потому что блин, маны в Никре, я уже вызывал. Слабо просто. Че, фарм что ли? А, вот я вспомнил, что за вопрос хотел сказать. Вот есть вот эти вот вампиры. У них получается вот главный это вот такой вампир, который типа не рогатый, а у него красная морда, и он такой широкий. Он еще этого призывает. Ну, мордастого. Нет, не голема. А красного такого с крыльями демона. Я понял. Он же главный. Дунгуард, как там правильно он на русском, я не помню. Ну ты понял. Я был правильно, на русском будет Дунгуард. Ты понял, это Страж Рока. Да, да, я понял. Ну смотри, короче, это он командует... Я правильно понял? Короче, грубо говоря, он тот, кто был назначен вместо смотрителем за нежитью. Типа, потому что демоны не доверяют нежити, потому что они знают, что нежить что-то там у себя темнят. Вот, и он назначен тем, кто наблюдает за нами. Что мы херню наделали. Никто не смеет мне приказывать. Это вот этот красный вампир. Да. А зачем? А почему демон над нежитью главный? Потому что по старому лору демоны создали нежить. Ага. Ну типа Нерзул создали там все дела, то есть, да, то есть это как, по идее по старому лору это их дело. А это, это эльфийская, это не магическая башня. Я думал, это эльфийская. Ну, она будет выбегать. Магическая, да. Она не выбегает, колдунство. Ну да. It's a magic. Реально. Знаешь, что думаю, пойду сначала рабочих убьет, а что он золото сюда никому его. Тебе он нужен? Ну, я уже рабочих веду. Ну, понятно, нет бы закончить игру. Растягивает. Так, золото. Так, а долго воевать. Вот долго там подойти, ворота снести и все. Я думаю, я прям сейчас это могу сделать. С одной нет, катапультой. Ну-ка, давайте снеси, проверяем. Ой, я вурдичи сюда опять привел нечаянно. Поставил два зиккурата и привел вурдичи, я хорош. Где
А на склеп опять не хватает дерева. Так, повозка готова. Стоп. Вот так-то лучше. О. Готово. Он, типа, а до этого ты не мог, да, строиться? Постройка. Ну, пока он... Нет, пока он добывает золото, вроде нельзя строить, что я знаю. Ну, даже если и мог, он с рабочей не дошли, так что не сильно роляет. Там источник нет, магии. Вот так-то лучше. Наконец-то. Тут что у нас вообще магазин был? Вот так-то лучше. Здесь очень магия полезная штука, надо с ней фуману похилить. Еще башня. Говори, глупец. Ой, ученица вот бежит. Четвертого левела. Давай идем отсюда. Пошли убьем ее. Давай убьем. Может уйдем? Давай дождемся. Дальше доедет катой и пошли заковыряем ее. Погнали. С одной катой? Наконец-то. Да, это великая ката. Что-то вообще койл урон нет. Хотя он первый левел, а что я ожидал. Кейкерь. Сколько он будет стоить на втором... А, не по... Или он сколько же стоит? Койл? Да. Да, вроде так же. То есть был смысл его качать, а не ауру. Он вроде 75 стоит, если не ошибаюсь. Офигеть. И что-то такое там. Или 90, не помню точно уже. Я старый, я старик. Жизнь за Нерзула. Ой, тут пуджиков можно будет строить. Ой, да ладно, сковыряли. Ну, вообще, по идее, да. В этой миссии вроде нет пуджиков, в этой миссии будут только каты в бойне. Эх. Говори, глупец. Даже не удивлено, что туда пошел. Честно. Так, надо же ману похилить. Зачем? Чтоб мана была. Что зачем? Чтоб силы кидать. За короля мертвых. Ты слабый. Тебе ничего не поможет. Вот ты сейчас можешь кайлайм по КД кидаться, ты не кидаешься ими. Ну ёжик. Вообще ты кидаешь, постреляй мою ману. Вот. Уже лучше. Ты кидаешь-то. О, добил. Ладно, даже вот подарю тебе хилку как-нибудь. Видал, как я тебя отхилял-то, а? Остал вообще лучший хил в моей жизни. Ну, конечно. Ты, вот даже в последних стражах я таких хилеров еще не видел. Блин, я только сказать, тебе только в стражах играть, как на престе. И тут ты переобул сразу, ты угадал, что сейчас скажу, и такой типа... Я был первый. Это знаешь, я первый это сказал, значит, ты уже не можешь это использовать. Хоть я вот могу сказать тебе. Че, пошли сразу на этот? На город? Конечно. У меня вторая аура смерти, как бы уже давно, я считаю, да, что... Давай пока вот башню простесем, постоим. Что ты такой слабый? Да я не кров строю, нельзя же я их строю. Так тут никого нет за три. А там вообще пустой город, ни одного воина не стоит. Все верно. Ну ты, конечно, дерешься, кстати, профессионально. Да, этот приз мне вообще никак не мешает. Да я вижу. Не ощущаю хила от него. Ощущаю хила, хочу больше хила. Буду хила. Так. А в бойне значит некроманты, да? То есть это нет, можно. В бойне катапульты. Ой, в храме. В храме некроманты. Значит, можно просто месиво скелетов устроить. А, ну ты уже это хочешь сделать, я понял. Против ботов нельзя... это самое то. Ну да. Они просто не умеют, значит, победа. Армию скелетов сделал и все. А ты кладбище сделал же? Гриданул их? Не, зачем? А, ну ты чисто делаешь кладбище, чтобы, ну, зачем грейдить, действительно, я вспомнил. Я сделал кладбище, чтобы... Чтобы оно было, я понял. Нет, чтобы храм пробки построить. Тут никого нет за три, но они слабые. Ну пошли, пошли, ладно, все, иду, давай. Тебе лицо сломают, уходи. А чё ты меня догоняешь тут? Нет, все, теперь пошли драться. Где твой некро? Веди своего некро. Зачем? Веди своего некро, давай. Да он один пока. Веди некро, давай. Не жалко его. Помогать нам. Некро, веди, давай. Жалко его. О, вижу хиллера. Кидаю койл. Для него держал. Ух ты, сколько у нас некров. Что-то даже особо немного некров пригодилось, чтобы их запушить. Так грейды не сделал, блин. Сделал бы грейды, у нас вообще пипец войска были. Делай глейды.
Какие грейды? Зачем нам грейды? Так, где прикинь, вот у них 14-15 урона, а будет 17-18, наверное, где-нибудь. Так, а грейды, дерева нет. Ну, так либо и слабо, сделаю, потому что... Типа, я либо сделаю 10-х некров, либо сделаю грейд на атаку, типа, знаешь? На что атаку. Важнее? Нет, 10-х некров приятнее будет. Даже посвящение некроматов не сделал. Зачем? Жизнь скелетов. Понятно, слабо. Там ката прям таргетно прям в каменного негра выстрелила. Противная к. А, я думал, она убила скелета. Не, она прям, пошли к воротам, прям вот сразу к воротам, просто. Лицо. Просто в лицо в ворота. Как этим. Катафалком всегда. Я даже свою катапульт с твоей базы привезу. А там ворота нельзя бить, надо сломать базу. Там целиком? Мне кажется, да, башенки надо. Ну, а ты катапульты через таргет. Нет, нельзя ударить по ним. Они да ты слабый. Сейчас моя приедет, сможет ударить. А, холеного некра, это моего холеного некра было, видимо. А, ну да, кстати, я похож на то, у меня 4 здесь. Да что ты делаешь? Да куда? Ты не можешь... Да не может их бить, говорю же. Да она слабая, у них хп много, но не видно. А чё такие некры слабые? Их надо добить. Ну что еще? Кошмар, Руиныч. Берет, растягивает игру, фу таким быть. Хоть фу. Жду приказаний. Во имя короля мёртвых. Не, он некры заблудились, потому что ты не сломал здание. Хоть фу. Сколько некры стоит? Две еды. Ни грейдов, ничего от тебя не дождешься, я понял. Че, прям надо сломать, сломать им всю базу? Ну да, скорее всего. Мы ж ее в руины превратим. Мы ж нежить, точно. В этом же и смысл. Ну, пришли, парочка дедов. Нормально. А здесь все твои. Ага, побитые стоят, слабые. Да я хотел, у них просто ни хп, ни мана там нету. Просто хп накопилось. Ну, пойдем скорее вызовем. Кто-то уже там может это сделать. Легче. Ну чё, грейды сделал? Не сделал, правильно, нафиг. Глейды для слова, для славы. Самый... Ну, у меня выключен сампад, повезло тебе. Тут надо брать качеством, а не количеством. Не, ты что, это не крикаты, тут плюс количество. Ну чё, когда там здание будет ломаться? О, появился грейд. На что? Ну, 15-17 урон. На один выросло. Как это сильно? Минимальный на один, а максимальный на два. Ультра сильно. Ультра камбэк. А почему из, из одного трупа появляется два скелета? А это понятно, шутки есть, что можно из одной жопы овцы вызвать двух скелетов. Еще раз? Есть же шутка про это, типа, что можно из жопы овцы вызвать двух скелетов людей, типа. Угу. Мечом, блин, с щитом нормально. Нормальная тема. Говори, глупец. В целом, норм, что не так, да? Ну так-то да. Смотри, некросов качнул, хп качнул, атаку качнул, защиту. Некросов я качнул, врешь. Некросов я качнул. Врешь. Мы че, хэдлин качали, что ли? Походу мы хэдлин качали. Ну ладно. Нет, я их качнул. Я готов поверить, ладно, но я их тоже качал просто. Может, ты быстрее был, ладно, не спорю. Интересно. Я просто видел, кто качнул их. Но мы потом ревны были с моим, что готовься. Да я качнул. Все, готово. Все, можно ломать. А, все, нет. Даже ломать не надо, даже ломать надо. Слабая карта. Сами упали. Да. Хэтфу. Она явно нас что-то не хватило. Вот там вторые. Ура! Изи, не почувствовал. Тебя... Согласен. Урда с прахом, перчатки... У меня целебные зелья. Опять заруинил все.
Что ж, дорогие так, друзья. Ладно, давай там. На этом наш видосик подходит к концу. С вами был Алекс Бонд и Акаки. Акаки титры. И играли мы в Warcraft 3 Reign of Chaos. Третью миссию компании Нежити. И сейчас мы будем продолжать бить бедных эльфов. Вот так вот, ногами прям, нещадно. Готовьтесь, ждите. Что-то ты залагал потом под конец. Что-то ставьте. Лайки, так сказать, но уже не ставьте. Раз залагал, значит не ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Вот. И до новых встреч. Чао.